гори, и кружится планета. Над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Доброе утро, друзья! С 9 мая, с праздником! Ура! Сейчас все соберемся вот так вот здесь, на площадке. Да, давай. Давайте соберемся вот здесь. У нас подрокок у нас поснимает, на нашу. И заодно еще и крутую фотографию. Кайфово. Нет. Все сюда! Ну что ж, этот день на самом деле очень кайфовый, праздничный, погожий. Я думаю, сегодня будут крутые результаты, классные заезды. Тройкратная! Ура! Ура! О, Денис, ура! Еще, друзья, среди нас ходят папарацци, где-то они здесь, вот, дай ему приветствуем. Вот папарацци, вот они ребятишки стоят. Вот никто не замечает, а потом все смотрят, понимаете, свои фото, видео. Ну и, конечно же, корреспонденты 4x4 Казана. Итак, дорогие друзья, внимание, внимание, всем у нас есть один из трех экипажей, которому удалось. Давайте поприветствуем их, пожалуйста, аплодисменты. Экипаж, которому удалось. Вот они, пожалуйста, приветствуйте номер 76, Ярошенко Соломов. Где аплодисменты? Павел Александров, вы лучшие! Парни, давайте расскажите, как вы открыли купальный сезон? Побудьте в грязи! Надо было почиститься, разбежался, прыгнул в Кубань. Давай начнем с того, что это не Кубань, а лоба. А, ну лоба, да. Лоба, Кубань, одна и та же вода для всех. Правильно, давайте еще раз поприветствуем экипаж. Поздравляем всех! Стабилизация вообще не... Поехали. Да.
Скажешь, когда ловить? Скажешь, когда ловить надо будет? Я ловить. Выше камеры. Вот она просто могила. Эдуарда Красолова, оказывается, это рукопожатие. Спокойно, женщина, спокойно. Оказывается, есть жена. Как бы, но это как бы нормально, традиционно, почему нет? И здесь, по счастливой случайности, оказалась сестра. Как зовут сестру? Ведущий. Такая маленькая уже Наташа. Все, Наташа, вот туда смотри, давай поздравляшечки быстро своей сестре. Микрофон мне не открой, просто возьми и говори в него. Микрофон. Подожди. О, моя сестра. Ты ее снимаешь, я говорю. Поздравляю мою любимую сестричку с днем рождения. Желаю ей всего хорошего. Лучше яйку. Побольше выигрышем. Побольше таких хороших друзей, как у нас есть. Радушка. Ура! Победа! Ирина победа! Ну что, давайте еще раз. Поздравляем вас, Эдуард, у нас двойной праздник сегодня. Что поделать? День победы, день рождения жены двойной праздник. Еще раз! С праздником, друзья! С праздником! Мы продолжаем Джип Спринт! Давайте приветствовать участника. Смотрите, как хорошо идет. Хорошо. Номер 333. Дыбыльский Омельченко. Город Зальцк. Давай, давай. Газу, газу, газу.
Итак, друзья, вы хотите One More Time? Следующий участник на Бигфуте. Вот это да, вот это круто. Давайте поприветствуем. Вот это крутяк! Все, сзади мастерства нет, да оно и не нужно, в принципе.
Давай, топчи. Тяни. Сюда, не бросай. И кратко, давай, газ, и нет. Не смог завершить. Не дам. Они пошли. Давайте поприветствуем! Что называется, очень эпично проходит сейчас. Давай, подъезжай. Ну что ж, поприветствуем город Краснодар, Тюнинков! Замеркали. Все, победа, друзья! Ой, моя голубка, без ума я влюблен, тебя моя... А вот и ребята из...
общаться с квадрокоптером. Друзья, смотрите на просторах Ютуба, на сайте «4 Краснодар» кадры о том, как сегодня все проходило.